У нас так много вопросов о животном мире. Многие млекопитающие питаются исключительно растительностью. Кто ловко прыгает по деревьям? Высоко на деревьях обустроились рыжие ревуны. Кто обитает под водой? Существует огромное количество существ в воде. Кто летает в небе? Летучие мыши-вампиры. Ответы на эти и другие интересные вопросы мы узнаем в увлекательной передаче «Атлас животного мира» по будням в 17:00. Премьера на телеканале «Детский».